У нас в основном сегодня повестка дня состоит из законопроектов. Начнем с проекта федерального закона о производстве органической продукции. Но тема такая популярная стала в последние годы. Многие люди сейчас стараются следить за своим здоровьем, правильно питаться, покупают овощи и фрукты, выращенные без химикатов, мясо животных и птиц, которых кормили натуральными кормами, без антибиотиков, стимуляторов роста. А вообще мировой рынок органической продукции в последние годы переживает бурный рост, что делает это направление сельского хозяйства одним из самых перспективных. По оценкам экспертов, Россия может занять на этом рынке от 10 до 25%, надо вдуматься, то есть до четверти этого рынка. Просто потому, что у нас много земли. Часть наших пахотных земель давно не используется. Вчера мы, кстати, на эту тему тоже совещание проводили. А значит, они имеют не только проблемы, потому что их нужно вводить в оборот, но они не тронуты химией, что само по себе является естественным преимуществом. Задача их эффективно использовать, поощрять фермеров, которые готовы их возделывать. Рынок органической продукции в России организован во многом стихийно, хотя есть национальные стандарты. Принятие закона создаст четкие правовые механизмы для развития этого сегмента аграрной отрасли. В законопроекте вводятся основные понятия, определяется, какая продукция имеет право называться органической, а также принципы ее производства, полномочия органов власти и местного самоуправления. Сейчас, кстати, вот эту отметку органическое можно встретить на продуктах, которые таковыми вообще не являются. Людям трудно понять, чем этот продукт отличается от тех, на которых есть знак био, эко, фермерский, там, натуральный, еще какой-то. После принятия закона невозможно будет вводить потребителей в заблуждение, их права будут защищены. Мы устанавливаем требования к использованию знака органической продукции, его можно будет размещать только на упаковках после подтверждения соответствия производства органической продукции. Те, кто эти требования нарушит, естественно, будут нести административную ответственность. Производители смогут добровольно сертифицировать свое производство. Мы создадим единый государственный реестр производителей. Информация о них будет в открытом доступе. Ну, а сами такие производители смогут получать и государственную поддержку. Конечно, на полках, несмотря на принятие этого закона, должна остаться всякая продукция, весь спектр продукции, самая обычная, ну и та, которая отнесена к органической. Обсудим сегодня ряд изменений, которые позволяют расширить пакет мер по поддержке малых и средних предприятий, дополнительно помочь развитию небольших проектов. В частности, предоставим профильной корпорации развития, корпорации МСП, право докапитализировать региональные гарантийные организации, чтобы они могли за счет своих ресурсов поддержать больше проектов в регионах. И также увеличим максимальный размер займов, которые небольшие предприятия смогут получать у микрофинансовых организаций. Об этом тоже мы на ряде совещаний говорили. Вот сейчас это должно воплотиться в закон. С нынешних 3 до 5 миллионов рублей. Спрос на такие кредиты есть. Он носит устойчивый характер. Продолжается работа по исполнению майских указов президента, в том числе по повышению зарплат отдельных категорий бюджетников. Совсем недавно у президента на совещании об этом был разговор. Речь идет о врачах, медицинском персонале, учителях, преподавателях вузов, научных сотрудниках, работниках культуры федеральных государственных учреждений. Для этого сразу заложили необходимые деньги в федеральный бюджет на трехлетку. Сегодня мы распределяем дополнительно 14,5 миллиардов рублей средств, которые зарезервированы в федеральном бюджете на текущий год.